Так, посмотрим, еще красивая встреча на чемпионате у нас. Так, Бобровников, Стрелнов Роман. Так, первый сет выиграл Бобровников. Сет номер 2, посмотрим. Так, 0-2. Мощная подача была с вращением. Так, 2-4. Не знаю, сегодня стрелял на шипах или на гладких. Отпилил. Атака. Скидочка. Эх, ошибся. Красивая встреча еще. Губанов Костющик тоже красиво вообще играет. Ух, топ классный. Так, а что, уже сейчас финал. А уже сейчас финал, да? А, ну все, отлично. И финал будет, да? Да. Да, в общем, здесь получается, вот будет известно выход. Так, Павлина уже ясно, Павлина. И здесь еще такие подачи мощные. Так, перешли 2-0 Бобровников, и перешли. Ух, красиво, так розыгрыш. Так, это у них. Так, 1-0. Так, 1-2. Подставочка. О, улетел топс. Начинается встреча за выход на третье место. Ткаченко, Заикин. Ох, ошибся, но красиво бил. Какая подача была с таким мощным боковым. Шар аж скакал. Ух, вот ты какой отпил был, а? Красивый какой отпил был. Так, 5-4. Да, тоже есть, конечно, мощный вот такой бэхан Стрёмного. Так, 4-6. Ошибочка. Там свечи летят вообще непонятно какие. Ух. Так, 7-5. Ах, аж видно подача. Так, 7-7. Богдан хлопает. Топсанул с подрезки. Он там. Тут тоже заруба идет. Емельянов. Хабадин. Не могу ошибаться. Фамилия спортсмена. Ух ты, блин, какой размер красивый был. Так, 7-9 подачи. Отпилил. Ух ты, повесил. Здесь вообще борьба тоже идет. Такие три очень интересные встречи. Вот ты смотри, какой мощный бэхан был. Так, 9-9, а? Так, 9-9, а? Подачка такая аккуратненькая, Бобровникова такая вообще нежно, так мягко. Так, там 10-9 выиграют. Поднял. Ух ты, какого достал, а? Ой, какой прилетел. Так, 3-0 из Бобровникова выиграл. 3-0.
А там, 2-1. Выигрывает Костючек по сетам.